Последняя неделя перед выборами депутатов всех уровней в Боснии и Герцеговине была отмечена нарастанием националистической риторики. Президент Республики Сербской Милорад Додик, лидер Союза независимых социал-демократов, пообещал, что в случае своего переизбрания он добьется выхода республики из состава Боснии и Герцеговины. При этом основным соперником партии Додика является еще более националистическая Сербская демократическая партия, основанная в начале 90-х годов Радованом Караджичем и которую теперь представляет его дочь Соня. Мусульманские политики также пытаются мобилизовать избирателей, обращаясь к героизированному образу национального лидера эпохи кровавого межэтнического конфликта 90-х годов. Крупнейшую мусульманскую партию демократического действия возглавляет сын Алии Изетбеговича Бакир. Согласно опросам, простых избирателей больше всего волнует всепроникающая коррупция и неэффективность власти. Мало кто из них верит в выборы. Лично я не пойду голосовать. Наверное, те, кто пойдут, думают, что это что-то изменит. Но я так не думаю. И таких людей, как я, становится все больше и больше. Я проголосую, но я не уверен, что это что-то изменит. И правящие, и оппозиционные партии слишком много обещают. Но я исполню свой гражданский долг. В Сараево хотят больше централизации власти, в Бани-Луке – выхода из состава федерации. Но практически все сходятся на том, что Конституция Боснии и Герцеговины в ее нынешнем виде не работает.